сильно я букмекеров не рекламирую. Я на самом деле, вот как бы, тогда хуйню нес, но если бы ко мне пришли, дали не знаю, миллионов 10 долларов, я бы такой, а, похуй, я теперь тоже мразь. Я теперь тоже мразь. Я выкинул 1 000 000 рублей нечаянно, прямо в толпу на концерте. Как так получилось? Я на самом деле, вот как бы, тогда хуйню нес, но если бы ко мне пришли, дали, не знаю, 10 000 000 долларов, я бы такой, а, похуй, я теперь тоже мразь.